И что? Шандр. Царство тебе небесное, Шандр. Ты всегда будешь в наших сердцах. Царство небесное тебе, Шандр. Дмаро Ило. Андепескудаку. Андепескудадеску. Андепеску Папоску. Андентрегю Романия. Представители банка уже ждут. Пойдем. Не входит в условия нашего договора. Алла, наш банк прекращает финансирование объекта. Ха, на каких основаниях? На тех основаниях, что вы до сих пор не представили документы на собственность, а мы больше не можем кредитовать воздух. У вас срок аренды 3 года, почти половина прошла, ремонт не окончен. Вы не успеете вернуть деньги. Я ведь сказал, что переоформлю аренду. Документы будут готовы со дня на день. Не горячитесь, Алла Гуранович. Мы знаем, что вы вложили в этот объект все свои деньги. И мы пошли вам навстречу, дали дополнительный кредит на завершение строительных работ. Но и вы поймите, если не будет решен вопрос о праве на собственность, его за вас решат другие. У вас нет решения комитета по имуществу. Конкуренты дышат вам в спину. Конечно, казино, стриптиз в центре Москвы дадут больше прибыли, чем наша цыганская школа. Алла, речь идет не о прибыли, а о гарантиях возврата. Я же сказал, что вечером вопрос будет решен. Ты так уверен? Да. В честь этого делаю банкет. Приглашаю вас. Ну что ж, посмотрим, что будет вечером. Тату, они что, хотят отнять наше помещение? Мурищей, никто никогда не сможет это сделать. Thank you.
Сошел в ресторан. Чабан, а выйди с этой шалупы. Ты чья сам? Блин, достало все. Не дергайся. Заткнись. Полно охраны. Окей. Работаем по схеме «Гость». Сегодня Алан на высоте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, я же ждал. О, какие гости у нас, Мария. Как вас тут замечательно, боже мой. Роза, боже мой, как ты выросла. Ты нам сегодня станцуешь? Если тату разрешит. А мы его попросим. Мария, какая у вас дочь талантливая. Тебя они все талантливые. Просто нам станцует. Только потом переоденься. Я вас украду, сэр. Пожалуйста. Разрешите, господа. Мария, я так рада вас видеть. Я тоже. Румалы, там бахталы. Дамы и господа, я сегодня собрал вас всех для того, чтобы сообщить большую новость. Первая в России школа мастеров цыганского искусства будет открыта. Наконец-то наши дети смогут учиться нормально, изучать свой язык, свою культуру от истоков до наших дней. Алан, и сколько же это будет стоить? Тася, ничего не будет стоить. Когда поедем в цыганский табор, скажи всем цыганам, пусть присылают своих детей учиться в нашу школу. Ведь дети – это наше будущее, румалы. Зоораса, бахтяса! А теперь песню! Ту и мы, моменты, кто забахтала. Ту и мы, моменты, кто задушена. Ту и мы, моменты, кто задушена. Маминды, кто за бахталы, бахталы, пека до траю баро, бахталы, антека ты барюма. Ту и мэ, маминды, кто за бахталы, ту и мэ, маминды, кто за тучане. Ту и мы, маминты, кто задушены, ту и мы.
поворот раю. Ту є ми. Бахтале, покати парни лума. Ту є ми. Ту є ми. Ми міндик туса бахтале. Міндик. Ту є ми. Переодену платье, а? Пасаменка савары, шампанское, авен, тра? Авен? Майсы гавен. Шаял, давайте вы пьяса поломали школа. Повеселимся сегодня. Ну, теперь мы точно станем знаменитыми артистами. Ой, что ты говоришь, дорогая? А, вот вы где! Да вы еще и курите здесь! А ну, кончай курить! А цыгане с детства курят! Я тебе дам, с детства курят! А это что? Где? Уже научилась. Голос хочешь посадить? Лучше бы так английский учила. Ну, собирайтесь. Сейчас на манежную на лошадях поедем. А Венчи, я с тобой. Побежали. Давай, быстрее, быстрее. Подождите, подождите. Дайте сначала гостям сесть.
поехали, поехали на манеж. Спасибо, Алла, что наконец-то ты открыл школу нашим детям у нас в центре. Спасибо, спасибо. Счастья тебе, удачи, здоровья. Спасибо. Там бахтала Тумара Шевура. Там бахтала интрига Роман Дорусия. Рукарши. Найс туменге. Егор, поищи Волсу. Боря, шампанское. А тут мангас. Ты глябы с менге. Романы, потевалы, дилы. Глябы. Это наша зеленого. La da chuca sole potrizonte mamo ei ei da chuca sole potrizonte хорошая лунгоне дроми Нурбисар ei da chuca sole potрицонте хорошая лунгоне бали. Тавес бахтало. Тавес бахтало. Будьте все здоровы. Да поможет вам Бог. Бахса степе. Счастье, здоровье. Счастье, здоровье всем. На счастье. Зорса степе. Ан, ты доволен? Только устал. Это от счастья. От счастья, да. Мы счастливы очень, потому что наши дети будут учиться. А это продолжение нас. И за это надо выпить. Я же тут у меня дел. Савва. Дай. Вода девушка попросила Росу погадать. Они отошли в сторону, и больше их никто не видел. Эй, ты жива тут? Ты меня слышишь? Давай пей, пей давай, а то тут сдохнешь. На еще, пей, кому говорю. Не буду. Будем оформлять? Да. Сколько человек хотите? Четверо. Двоих в офис на охрану. Двоих за город. Хорошо. Игорь. Да, Андрей Васильевич. Займись, пожалуйста. У вас все нормально? Да, вот еще что. Если вашей жене, подруге или дочери понадобится охрана, то у нас есть прекрасные женщины-телохранители. Пожалуйста. Я подумаю. Андрей Васильевич, у вас выховец из Думы. Спасибо. Алло. Зотов слушает. Сейчас. Мы хотели договориться с тобой, Алан. Не получилось. Ты не понял предупреждения. Теперь у тебя один выход. Передать право собственности на манежность тому, кого назовем мы. Только в этом случае ты получишь свою дочь живой. Ты понял меня, Алан?
И кому это нужно? Зачем? Прокрути еще раз. Это они. Опять они. Кто за этим стоит? О чем ты? Сейчас. Тату. Что он говорит, Алан? Кто тебя предупреждал? Какой-то тип приходил месяц назад в офис. Предлагал мне выкупить на Манежной наше помещение. Я сказал, это невозможно. Почему ты мне ничего не сказал? Мне показался разговор несерьезным. Я даже не помню лицо этого парня. Но если его ко мне подослали, то это пешка. Но кто это мог быть? Подумай. И что, он больше не появлялся? Кто-то звонил однажды, спрашивал, не передумал ли я. Да что это такое? Передумал, не передумал. Я не понимаю, Алан. Отдай им этот центр, отдай им этот дом. Отдай им все, верни мою дочь. Верни мою Росу. Верни девочку домой. Давайте позвоним в милицию. Они помогут нам. Они спасут Росу. Нельзя, Мария. Ты, наверное, забыла, как 7 лет назад меня стреляли. Та же наркомафия. Ну и чем помогла милиция? Когда принесли кассету? За час до вашего прихода. Кто? Я не видела. Пакет лежал на полу у входной двери. Если кто-то замахнулся на твою семью, Алан, значит, у него есть мощная поддержка. 7 лет назад у меня были проблемы с наркомафией. Они стреляли в меня, но, слава богу, я выжил. Алан, отдай им все. Отдай все. Верни мою дочь Росу. Верни мою Росу домой. Ну, как прошла ночь? Все тихо. Цыган пока никому ничего не сообщал. Его жена пыталась звонить в милицию, но сходу был дан отбой. Вот, у меня здесь все записано. Хорошо. Все пока идет по плану. А где Инга? В подвале. Только сил потратил на создание этого центра. Объявил всем цыганам, что их дети будут учиться в школе искусств. Как теперь смотреть людям в глаза? Это не самое главное. Самое главное, что будет дальше с Росой. У тебя все готово? Да, конечно. Алло, да. Что ты решил? Я спрашиваю, что ты решил? Я согласен. Слушай, Алан, завтра ты подпишешь бумаги, которые тебе дадут.
Только тогда ты получишь свою дочь. Ты понял? Нет. Мне непонятно. Потому что передача такой собственности решается не в один день. На это может уйти неделя, месяц. Пусть это тебя не волнует. Время оформления – это наша проблема. Я хочу сразу получить дочь. Как только отдам вам документы. Ты ее получишь в течение 3 дней. Нет. Тогда ты ее вообще не получишь. Хорошо. Я хочу с ней поговорить. Я должен услышать ее голос. Они звонили. Завтра я должен подписать документы. Ты им ничего не должен, Алан. А если ты это сделаешь, то потеряешь дочь. Почему? Помнишь историю с Карташовым? Когда была проведена перерегистрация всех бензоколонок в Москве. У него тоже украли сына. Похитители выдвинули условия отдать им все, все точки до последней. Он отдал, все отдал. На следующий день они вернули пацана. С ним все в порядке, ни единой царапины. Врач осмотрел, говорит, последствия шока, со временем все пройдет. А через неделю пацан умер. Они ввели ему триметилфентанил. А чтобы не оставлять следов на теле, делали уколы под язык или в десны. Я надеюсь, ты знаешь, что это такое. Наркотик. Белый китаец. Вот-вот. 2-3 дня, и человека нет. Они вернут тебе Россу, Алан. Но неизвестно, сколько она проживет после этого. Видит Бог, и не хотел войны. Но эти подонки... вынуждает меня. Надо забрать товар. Поставить условия им. Только так мы спасем Россу. У нас есть одни сутки. Столько лет прошло, и снова. Даже если я отдам им все, они не пощадят Россу. Вот почему я пришел к тебе. Диана, мне нужно опередить их и взять под контроль их товары. Только так они остановятся. Ты в этом уверен? Когда-то ты здорово выручил меня, Алан. Пришел на помощь в самые тяжелые минуты моей жизни. Такое не забывается. Я обязана тебе многим. Поэтому я должна предупредить тебя. Твоя идея слишком рискованна. Я знаю. Но у меня нет выхода. Иначе убьют Россу. О, Дэвила. Если я мог бы, я отдал бы свою жизнь за жизнь дочери. Могу сказать тебе только одно. Попробуй потрясти Седова, директора закрытого кладбища. В этой опасной игре исчезают многие. Курьеры, продавцы. Иногда даже клиенты. Только с этой пешкой никогда ничего не происходит. Интересно, почему? Спасибо, Диана. Умоляю тебя, будь осторожен. Thank you.
Что это? Что такое? Что? Что вы хотите? Покойника навестить. Я ничего не знаю. Ты знаешь. У меня ничего нет. Там. Второй участок. Вторая слева. Иди, открывай, паскуда. Быстрее. Тут весь товар или нет, урод? Да. Убьют меня теперь. Убьют. А сколько ты загубил этим зельем? Молчи. Пойдем. Встань. Нормально. Че стоишь? Бегать на месте умеешь? Молодец. Тогда бегай. Тренируйся. Пока не убили. Вот еще, Андрей Васильевич. Это от Павлова. Андрей Васильевич! Что? Вас по городскому, с кладбища. Соедини. Сейчас. Андрей Васильевич, там цыгане на наш объект напали. Что? Что ты сказал? Да я говорю, наших ребят ранили. Ах, сволочи. Суки. Достать! Слушай, чокаши, ты меня слышишь? Теперь ты слушай меня и не перебивай. Ты ни за что не получишь свой товар, пока не вернешь мне дочь. Однако, я тебе отдам только половину товара в обмен на Россу. А вторую половину товара получишь тогда, когда буду уверен, что моя дочь здорова. Абсолютно здорова. Тебе понятно?
проведении широкомасштабной операции «Пепел» сотрудникам милиции удалось обнаружить в обгоревшей автомашине «Джип» крупную партию наркотиков. По предварительной оценке, стоимость части сохранившегося после пожара товара составляет около 2 миллионов долларов. На месте происшествия обнаружены также тела двух мужчин, скончавшихся от пулевых ранений. Личности погибших устанавливаются. Обстоятельства преступления выясняются. Открыто уголовное дело. Я потерял товар, а ты потерял дочь. Даю тебе 24 часа, чтобы ты смог вернуть мне деньги и чтоб подписал документы на Манежную. Если ты не сможешь это сделать, твою дочь убьют. Ты понял? Время пошло. Тата, таточка. Роса! Роса! Что? Роса! Роса, не дело. Хапте вас, дело. Роса, Роса. Что? Доченька, они с тобой ничего не сделают. Ничего. Роса, они не тронут ее. Не тронут, не тронут. Доченька. Что? Что? Что они тебе сказали? Что с Росой? Ты погубил ее. Ты погубил ее, Алан. Я просила тебя. Я просила тебя отдать все. Ты даже здесь хотел победить. Я говорила тебе, отдай все, верни мою дочь домой. Я ненавижу тебя, Алан. Я ненавижу тебя. Будьте вы прокляты. Будьте вы прокляты, я ненавижу. Прости меня, Мария. Это я виноват. Виноват во всем я.
Идем, доченька, идем, не бойся. Как я рад, как я рад. Здорово, сестра. Василий, Росу спрятать надо. Не да, Василий. Алана шантажирует. Эх, Мария, Мария. Это все ваш проклятый город. Не дело там цыганам жить. Не дело. Что же ты молчишь, Росочка? Или не узнаешь золотко мое, свою крестную Ляю? Моя хорошая. Да она дрожит вся.
Ее успокоить надо, Мария. Да, Ляля, да. Мария, Мария, забыла ты все. Пойдем, моя хорошая, мангал. Иди, доченька, иди, не бойся. Иди. Roma propine, o ciupnia io savaria, a me rozgajam pe piro raz na droma, a me перекрестки, сырчан дуйдрома, мы катана на подням троилеске, мы троилеса владеет яви. О, я Проштето придавоскарье. Василий, я боюсь за Росу. Очень боюсь. Не волнуйся, ты же знаешь. Завтра мы уезжаем в другое место, а там на пароме и в большой город. Так что ее искать никто не будет среди нас. Василий, это тебе понадобится. Да, сестра, совсем тебе город испортил. Прости меня. Мамо,
видишь ты, Роса, крови, счастье тебе, моя доченька, счастье тебе. Что видишь сейчас ты, Роса, дым? Все будет хорошо, золотко мое, все будет хорошо. Что видишь сейчас ты, Роса? Огонь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Шавала. Ай-яй-яй-яй-яй. И Ромале, и мамо. Пей, Роса. Пей, доченька. И пройдет у тебя боль. Пей, доченька, не рычаг, и пройдет у тебя зло, и пройдет у тебя страх. Девлале, девочка моя. Thank you.
маму. Выяснили что-нибудь? Андрей Васильевич, мы сейчас проверяем все точки. Она не появлялась в доме. Скорее всего, цыган увез ее из города. Об этом можно было и без вас догадаться. Куда ее отправили? В Афины, Париж, Лондон? Куда ее отвез отец? Обслугу прижали? Нет. Учить надо. Учтите, мы их не найдем, они найдут нас. И вас уберут первыми. Вон! Вон, встань. Тихо, 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 тихо. Тихо. Господи, где Роса? Я... Тихо, тихо, тихо. Я Роса, где? Мне Мариот сказала, я целую неделю в доме не была, честное слово. Ты все знаешь. Я, ты мне сейчас все расскажешь. Пожалуйста. Или я все твои мозги выпущу на эту стенку. Пожалуйста, не надо ничего делать. В Тавр. В Тавр ее увезли, в Тавр. Какой? Не знаю. Куда? Я не знаю, я только знаю, что в Тавр. Честное точно? Слово. Точно. Но! Да-да! Пожалуйста. А больше вы ничего не хотите? Больше что-нибудь. Если хотите, больше что слышать твой голос. Да, женихи тоже не хотят. Эй, Роса, иди к нам. А мне и здесь хорошо. Не иди к ним, Роса. Они увезут тебя далеко-далеко-далеко. Они на своих лошадях всех городских девок возят. Вот. Эй, помолчи там. Сам помолчи. Она не для тебя. Такая дорогая, да? Да. Интересно, сколько же может стоить эта красавица? А я думаю, заработаем, только дешево не отдавай. Так, нам в табор маленькая птичка залетела, дочь Чикеши. Кочует с нами, может, ее в Москве кто потерял? Вот ты и узнай. А захотят найти, скажи им, что я каждый день бываю около старой церкви в 12 дня. Ладно, давай. Покажи мне свою руку. Спасибо, спасибо. Нет. Вот что у тебя было, я все знаю. Я не знаю. Хочешь, я всю правду я тебе знаю. Расскажу о будущем твоем. Позолоти мне ручку. Не ну, надо. Ну, давай. Ну, я знаю сама. Нет, все, не нет, надо. Нет, ты не знаешь ничего. Знаю, давай. Знаю.
на твоем сердце очень красивый молодой человек лежит, но ты не уверена в нем. Покажи, давай, позолоти мне. Роза, позолоти Роза, мне ручку. Поехали, нет, хватит гадать, обожаешь. Роза, твоих людей не можешь выбрать. Ну, давай я тебя погадаю. Почему? Нет, Роза, нет, хватит гадать, нет, поехали, дорогая, зря. Поехали. Тихо и спокойно, сквозь деревья светила луна на зеленом ковре. Мы сидели, целовала Наташка меня. Ухаживал 3 года, а она дочка была. Да такие лошади на ней были. И во всем она со мной соглашалась, потому что любила меня. И во всем она со мной соглашалась. Потому что любила меня. Но однажды мне сквозь слезы сказала: ты привык посторонних любить, и теперь ты сироту меня оставил. Потому что успел разлюбить. И теперь ты сироту меня оставил. Потому что успел разлюбить. О чем загрустила, доченька? Вспомнила. Когда я еще была маленькая, тата учил меня яхтой управлять. Скучаешь по дому? Да. Но только тату сказал, что нельзя мне пока домой возвращаться. А разве в Таболе тебе плохо? Смотри, какие женихи у нас здесь. В той деревне нет, я не хочу замуж. Я танцевать буду. Мне мама обещала программу придумать. Я весь мир увижу. Посмотри, сколько у меня в судьбе звезд. Видишь? Нельзя мне пока замуж. Я учиться должна. Не зарекайся. Вот полюбишь, и о всех танцах забудешь. Не полюблю. Ну ты посмотри, посмотри на свою ладонь. Что ты там видишь, кроме звезд еще? Ну что? Скажи. Наташа. Любовь. Почему ты не спишь, Алан? Надо в Тавр ехать. После смерти няни у меня неспокойно на душе. Я как только представлю, что они с ней сделали, у меня кровью сердце обливается. И когда они оставят нас в покое? Ну, заберем Росу. Уедем. Но пройдет время, и они опять объявятся. Что нам делать? Как жить дальше? Знал бы этого подонка в лицо, убил бы. Алан, родной, сколько у тебя было знакомых чиновников в правительстве? И куда они исчезли? Куда? Когда у человека случается беда, он всегда остается один. Мы справимся, Мария. Мы сумеем за себя постоять. Я тебе обещаю.
Сейчас. О, сестренки, у кого помада? Да, Роза. Эй, Роза, ты ведь, кажется, сладкое любишь? Да. Держи. Спасибо. Роса, дай попробовать. На, возьми все. Ты что, в город собралась? Да. Могу подвезти. Не бойся, не угнал. На прокат взял. Так ты поедешь? Да никуда она с тобой не поедет. А это еще почему? Потому что я этого не хочу. А она что, твоя? Моя. Ха! А что не так? Ну, молодцы, что приехали. 100 лет тебя не видел, Алан. Не ожидал, Моренька. Так у тебя все дела, да дела, брат. Мария говорила, что ты в городе цыганскую школу открыл. Есть, есть. Чачо, Море. Василий, а где Роса? Я что-то ее не вижу. Она в городе. Каждое утро на площади танцует. На нее даже специально приходят смотреть.
Уже столько денег заработала. И для себя, и для Табра. Скоро и вас прокормить сможем. Тамеров, я очень рад, что нахожусь среди вас. Спасибо вам всем за то, что приняли мою дочку, как родную, Наиста. Румала, я вижу здесь цыгане из Кишинева, венгерские цыгане, россияки цыгане. Вы знаете, Руману делу. Утром наши цыгане ходят на базар, торгуют. Жить-то надо. А вечером работают в ресторанах, в шоу-программах, представляя свое искусство достойно. Вы, наверное, слышали, что открылась в России первая цыганская школа мастеров искусств? Там рума будут изучать свои профессии. Тодрара, будильщики, чеканщики. Русский ром – это коневоды. И наши дети будут учиться. Изучать свой родной язык, свою культуру. А дети – это наше будущее, Ромалы. И дай Бог, чтобы наши дети знали свои традиции, передавали их своим детям, внукам, правнукам. Танбахталы, Ромалы! Танбахталы! Танбахталы! Спасибо тебе, брат Алан, за наших детей. Очень часто мы услаждаем свой слух и глаза. Благодаря тебе. Спасибо тебе. А сейчас поют брат с сестрой Мария и Василий. Спойте нашу цыганскую песню. Чачес. Чачес. Авенджи де Бахтале. Да гречу пня цару мня дестеса де влале. Да на джакачи я вирес саех.
Дана западом ролла чоли да шеробай. Дана забан дех да длины лим росшеро. Ты лучше пьяному напиться. Пусть-то. И чем ты березаму ромала манге ходить. Напиться, ты чем ты береза муромалей, манге хая один. Бахту менгер шумале. А теперь, Ромале, забудем обо всем. Давай, Алан. Спасибо, что приехали. Спасибо. Мы, кажется, вовремя. Румале! Мишто! Роявиле! Ура! Мишто! Все хорошо.
волнуйтесь, для жизни угрозы нет. Так, так. Скоро вернется ваш герой. Ну все же. Соскурай, Бенделор, Стефан. После всей этой истории нам нужно отдохнуть. Надо уезжать за рубеж. Алан, может, нам лучше поехать домой? Ну что, башенка тка? Садись. Жа, нак, мы же в тайлы починам. Хорошо. Мы подождем тебя. Сейчас отец заплатит за гостиницу, и мы поедем. Тихо, тихо! Спокойно! Андрей Васильевич, как? И ты с ними? Не ожидал. Стоять! Тихо. Если что, стреляю. Пошли. Проходи. Не быстро! Даже не верится, что мы улетаем. Конечно. Роса! Роса! Лаю, Шавья. Роса. А может, пока в таборе ей будет лучше? Туй мы, маминты, кто садуй жены, туй мы,